За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. И вот, значит, видите вот эту девушку? Моя племянница, толковая девушка, подрабатывает, это подработка. Это мы распространяем сорта, которых нет ни в одном учебном, ой, не учебном, ни в одном научно-исследовательском институте, не говоря уже о прочих. Вот. Их нет и быть не может. Вот, понимаете? Мы про это много говорили, а Елена Сергеевна про это не знает. А почему я эту девушку показываю? Вот, потому что она работает продавщицей. Она с этого курса биологии, вот этого, не помнит ни одного слова. Невозможно. Потерянные годы, нервы. У нее ее тетя родная, тетя, да, она учительница. Они вдвоем, когда готовили ее к экзамену, потому что выучить это невозможно, они обе плакали, мне рассказывали. А я это запомнил. И вот после такого, ну, грустного вступления дальше пойдет уже, как бы сказать, оптимизм.